No, thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily, and no thank you is how it should have gone. I should stay strong. Эй, братишка, ну что ты делаешь? Тысячи рук и голодный глаз. Завистью смотрит на один шанс. Получить все, потеряв за час. То, о чем так долго мечтал. Жизнь бывает всего один раз. Светки. Он тоже показал. Ты меня снимаешь? Всем привет, это наш новый видеоблог. Я хочу вам рассказать о том, что мы встряли в ебучую пробку. Я не знаю, когда мы выберемся из нее, но когда мы приедем, я просто лягу спать и все. Итак, все, мы вышли, наконец-то, слава богу, я уже устал сидеть. Данек, че, как? Да, ну как-то спать хочется. Как-то сходить. Как-то, да, спать хочется. Немного в сон клонит. Мы сейчас идем в какой-то провал. Вау, мега круто. Поездочка. Когда ты успел переодеться? Чекай! Ты чисто наверх. Да, наверх. Ю! Здесь есть где покататься с гор. А, ну логично. Я ее отложил, не надо. Все, ну мы, короче, много где погуляли, сейчас идем заселяться в отель. Отель вот там, вот так вот. Вон там наши с гитарой разбираются. Никита, как у вас дела? Ну, смотря на отель, не очень. Ну ничего, мы сюда больше не спать приехали, верно, да? Мальчишка говорила, 10 отбой. Я буду проверять перейти. О, нет. А я, у меня есть тактика, которую я буду придерживаться. 10 посидеть, потом свалить. Да. Вот такие вот здесь прикольные трамвайчики ходят. Мы пришли тут, гигантская очередь. Мы хотим спать очень сильно. Хочешь спать и в душ. Кушать, и в душ. И в душ. А я думал, это зеркало. Это почти зеркало. Вот он говорит, писец. Это писец. Yes, итак, мы заехали. Тут прихожая. Какой вот, пароль от твоих? Вот так она вы... А он беспарольный. Тут вот такая прихожая. Два шкафа, значит. Мы уже здесь более-менее разложились. Номер трехместный. Тут кондей. Сейчас мы разберемся. И лев. Тут лев. Итак, виды. Смотрим виды. Отель, напомню, десятизначит. Где? Никак не... Можно, вот, блядь, окно? Свет. Стоп. Сам гей. Я не... Сам ты гей. Вот там ходит поезд. Вот это мое самое право, я буду смотреть, как ходит поезд. Пришли похавать. Нам выдали супчик, компотик, хлебушек. И мы ждем, второе. Оба, это пиздец. Оба. Сальтуха. Жопы. Мы приехали, значит, к источникам. К источникам, водным источникам. Вот такой вид здесь замечательный открывается. Мы там, значит, пофоткались. Блогер, ну хватит снимать. Ты видишь, что ты чуть не упал, ты бухуй. Сейчас едем на Эльбрус. Это получается суббота утро, да? После Эльбруса едем, наверное, сюда, собираем вещи, едем в Кисловодск.
Ребят, через несколько секунд вы увидите, ну как вот этот фрагмент видео заканчивается, вы увидите кадры непосредственно самого Эльбруса. Мы уже подъезжаем, и чуваки, когда горы уходят выше, ну вот, слоя облаков, это так охеренно смотрится, просто пиздец, я не могу. А прикиньте, еще выше облаков подняться, на канатке, допустим. Это просто, это я шутил. Но, увы, нам сказали, что мы не будем высоко подниматься на 3 уровня, потому что там или дорого, или там воздух, или кафешки. Ну, короче, там есть какая-то причина, по которой мы не будем подниматься. Может, мы там на 1-й, на 2-й уровень поднимемся, а на все 3 не будем. Скорее всего, на 1-й, но это не точно. Но посмотрим. В общем, реально, парни, Эльбрус надо посетить обязательно. Вот кто думает, куда поехать и не ездил в Эльбрус, то я реально советую, потому что здесь реально круто. Это мы сейчас в Карачаево-Черкесии. Вот только что Карачаево-Черкесия. И мы сюда приехали с Пятигорска. Изначально мы приехали в Пятигорск, побыли 1.5 дня в нем. Теперь поехали вот на Эльбрус глянуть. Сейчас приезжаем и едем в Кисловодск. Там тоже есть минеральные воды. Минеральные воды тоже советую, но говорят, они обладают целебными свойствами, но, блин, и на вкус, и на запах они, ну, такие специфичные довольно. Вот так. Ну все. Сейчас, наверное, врублю вам Эльбрус непосредственно. Может быть и нет, может быть и да. Я вообще мало снимаю. Невероятной красоты был Дон Кихот, очень красивый. Естественно, были украшения в виде необычных колье. На меня смотрит, да? Он на меня сейчас смотрит, да? Ну, он не охуел же, блядь. Чё, приехал, кучу фоток сделал. Вот такие виды открываются. Ой. Короче, эта камера вообще не передать. Вот, сейчас будем подниматься скоро. Вот так. Чёрт хела. А мясо есть. Мясо продают у вас. Уже ручьи текут, офигеть. Здорово. Просто. Вау, как здесь красиво. Просто. Если что, это 3500 высота. Весело? Как вам? Это мы в твой влог попадем? Да, влог, который наберет вот посмотрим. Сколько у тебя подписчиков? 0. Это для себя. Я вот это вот опасно. Прикольно, тут два ряда, да? О, здесь короткая дорога. Вот это водопадик. Хоть дождь закрутился. Сеня! У тебя тапочки, смотри! Сюда, сюда не в тапочках надо явно. Так и белые носки. Ой. Ваши комментарии. Давайте еще на комнату.
теперь поднимаемся. Вот так. Вот я вот сейчас примерно вперед снимаю. А вот... Так. Я немного не туда пошел. Ну вот, ребят, как-то так видео заканчивается. Получилось немного несодержательно и не собрано, ибо я больше хотел отдохнуть, кайфануть и пофоткать все. Поэтому особо не снимал и ничего не рассказывал. Были там дня 3-4, посетили кучу прикольных мест, в частности Пятигорск и Кисловодск. Эльбрус, кайф, вот бы на велике спуститься уже на новом. Когда на днях, если найдем рабочий аппарат, то уже закажу. И через недели две запишу вам видеоролик. Ну а кому интересно следить за всей движухой, телеграм в описании. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Всем пока.